Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 23 сентября 2019 года. Холодно. Хочу показать вам стройку. Стройку в этом году мы завершили строить. Вот на пристройке сын положил 10-й ряд, и больше нам блоков не хватило. Осталось нам теперь на зиму только укрыть хорошо. Это я займусь скоро. Поеду за пленкой. Проложил 9-й ряд. Вот 10-й ряд вот нам не хватило. Конечно, для начинающего он выложил, почти выложил дом неплохо. Выложил почти неплохо. Теперь осталось нам собрать все битое, мусор этот подобрать. И весной будем заливать фундамент. Вот здесь под пристройку, под котел. Хотим электрически поставить котел. Не хочу я газ. Вот. Остатки такие остались. Здесь накроем пленкой их. Это блоки похожи. Он как для лесов оставил, чтобы доски класть. В таком вот состоянии уходит наша стройка в зиму. Много остатков. Говорит, выбросил фундамент вон на пол. Пол делать будем, мелко побить, да и вместо щебенки, как здесь делали, весь мусор выкидывали. Говорит, сарай плохой получится. Будем смотреть. Так вот. Конечно, кладка на клее намного лучше, легче и удобнее, чем возиться с цементным раствором. Ладно, даст Бог живы, как говорится, будем на следующий год вот этот вот сам вот дом, то я считаю, где кухня будет пристройка, ее пока трогать не будем, а вот сам дом доложим и поставим крышу. А здесь потом будем докладывать вот с этими вот пристройками. Когда сделаем, как говорится, будем живы, посмотрим, что у нас получится. Я буду снимать видео, показывать процесс строительства, а вы заходите в гости. Я всегда вам буду рада. До свидания, до новых встреч!